еще не уходим. Так, дорогие наши, ну вот. Вот так вот весело, так и смотрим. И у нас тоже, да? И улыбка появилась, и колобки пошли, все хорошо. Так, праздничное настроение чувствуется. Ну, мы сейчас немножко хотим... Вы не устали еще? Нет. Как-то неуверенно прозвучало. Нет, нет, нормально, все, можно дальше, да, хорошо. Все. Я не вижу так. Ваших рук. Так, ну, мы сейчас... Да вы, мои дорогие, я вас люблю. Так, значит, а сейчас мы перемещаемся с вами в Ставропольский край, где стояла станица и сейчас стоит, и дай Бог здоровья всем нашим казакам-казачкам, особенно нашим бабушкам, которые нас встречали так, что я после этого все, жену надо срочно менять. Вы понимаете, такой вкуснятина она уже не делает. Все, уже не вкусно, все. Одна аджика чего стоила. Но я не буду о подробностях. Короче говоря, слушайте, никаких таблеток не надо. Все выводит, все вредное, что попадает в рейт. Все выводит сразу, выжигает на корню. Так вот, станица Старопавловская. Давно-давно, где-то в 96-м году, наши молодые товарищи, дядя Юра Черков, дядя Игорь Петров, дядя Костя Захаров, это, ребята, первый состав, вот, были... Поехали в экспедицию, были с поездкой в Ставропольском крае, посещали станицу Старопавловскую. Пели, записывали бабушек. И вдруг приходит одна женщина, говорит, жительница станицы Старопавловской, у меня мама учительница была. И она что-то там записывала, где-то там вот бобины там лежали, где-то там в чемодане. А можно послушать? Можно. Когда эти бобины достали, там оказалось, что вот эта учительница, ну, видно, она это предвидела, она понимала, какое это богатство. Не, как это, культурное наследие, ну как оно, нематериальное культурное наследие нашего народа. Вот, она записывала бабушек, причем она, так получилось, что собирали две станицы, Марьинскую и Старопавловскую. И вот с водным хором они пели. Песни были сумасшедшие, конечно. Переслушивая кассеты, мы обнаружили один маленький кусочек. Это был один припев и один запев следующий. Но вот этого коротенького кусочка хватило для того, чтобы мы просто влюбились в эту песню. Мы решили ее воссоздать. Потому что вот эти слова вот с этого текста, они были просто сумасшедшие. Вот сейчас мы хотим вам представить песню, историческая песня о генерале Крюковском. Это один из самых почитаемых героев среди тевских и гребенских казаков. Хотя он родом был сам не казак, но казаки говорили о нем, что он нашего рода племени заслужил доверие. Это дорого стоит. Старинный казачий. Ой, да хорошо было, братцы, служить в отряде. Ой, да с генералом клюем го сильнее. Ой, да генерал шел, братцы, с отрядом.
Шамиль, убирайся. Ой, да клюка стой, гости е-е-е-е-е-е-е-е, ой, да помолитесь, а вы, дети Боя, помогуй, пока. Помолитесь, да вы, дети Божьи.